Всем привет! Сегодня мы будем готовить кускус – одно из основных блюд магрибской кухни. Если вы никогда не пробовали кускус, то попробуйте хоть раз его приготовить. Помимо того, что это блюдо очень вкусное, оно сытное и вполне может заменить собой как первое, так и второе блюдо, что особенно удобно, если вы ожидаете гостей. Нам потребуется 4 моркови и кабачка, 2 луковицы и брюквы, 1 картофелина, подсолнечное и оливковое масло, черный молотый перец, соль, кумин, кускус, 500 грамм мяса и пластиковый или стеклянный пищевой контейнер. Традиционный кускус готовят с бараниной, но может использоваться как говядина, так и курица. Сегодня я буду использовать говядину. Нарезаем мясо на куски приблизительно одного размера. Чтобы подливка получилась вкуснее, лучше использовать мясо с костью. Мелко режем лук. Разогреваем растительное масло и выкладываем мясо. Обжариваем его с двух сторон несколько минут. Далее добавляем лук и перемешиваем. Добавляем черный молотый перец, соль. Я люблю добавлять хмель и сунели, но это не обязательно. Перемешиваем. И заливаем водой. Накрываем крышкой и оставляем тушиться на 40-50 минут. Говядина готовится долго, и у нас достаточно времени, чтобы нарезать овощи. Морковь нарезаем на четвертинки. В кускус могут добавляться и другие овощи, как, например, нут, тыква, капуста, фасоль. Чем больше различных овощей, тем насыщеннее и интереснее будет вкус. Картофель режем на четвертинки. Нарезаем брюкву. Кабачки также режем на четвертинки. Добавляем брюкву к мясу. Доливаем воды. Немного перемешиваем и накрываем крышкой. Через 10 минут добавляем морковь. Если необходимо, доливаем немного воды. Перемешиваем и накрываем крышкой. И еще через 10 минут добавляем кабачки. И продолжаем варить овощи до мягкости кабачков. Тем временем насыпаем кускус в пищевой контейнер, приблизительно до середины. Добавляем немного соли, кумина и перемешиваем. Добавляем оливковое масло и хорошо перемешиваем кускус с оливковым маслом при помощи вилки. Часть кускуса осталась суховатой, поэтому я добавляю еще немного оливкового масла. И снова перемешиваю. Заливаем кускус кипятком приблизительно на 5 мм выше уровня кускуса. И накрываем крышкой.
После чего открываем контейнер и хорошо разминаем кускус вилкой так, чтобы не осталось комочков. Традиционно кускус готовят на пару и в несколько этапов. На мой взгляд, сильных вкусовых отличий между двумя способами приготовления нет, поэтому я готовлю кускус таким способом, что очень экономит время. 5 минут и кускус готов. Выкладываем кускус в тарелку и украшаем его овощами следующим образом. В середину выкладываем мясо. И поливаем подливкой. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе новых видеорецептов.